едем в парк Блинбург. Я буду там кататься на аттракционах. Парк Блинбург — это сказочное место. Множество развлечений, поэтому лучше взять карту. Брызги-визги для тех, кто не боится намокнуть. Вот такая штука, пушка, целишься и стреляешь. И вас тут. Ну как впечатление? Я больше не пойду! А я пойду! Я давай тоже пойду! Впечатление классное! По волосам я вижу, там брызги-брызги! Я за всех сиял! Пойдешь на второй круг? Да, пойду на второй! Что больше всего понравилось? Стреляли, там надо было крутить только, а у меня рука уже устала. Но мне понравилось других стрелять. Молодец. Попал в кого-нибудь? Не знаю. А в тебя попали? Попали. Нормально. Я иду кататься на воздушке. Кто последний сюда? Я нахожусь сейчас в зоне, она закрыта, чтобы подняться на ту самую воздушку. Это волшебное дерево Блинбург. Все, давай. Ты садись, садись, все. Смотри, ножки в кармашек. Ножки в кармашек. Да, вот так. Дедушка, коленки прямо. Коленки прямо, полностью прямо. Да, вот так. Отталкивайся ручками. И потом ложись. Вперед, приключения! Я уже на высоте! Поэтому иду кататься на воздушке, главное на стачке. Воздушная дорога. Дандалион. С высоты виден весь парк. Видали сегодня по долине? Это вот звездочку. Мне сказали, что надо собрать такие бусинки, нас ждет щурпицы, еще какие-то там разноцветные еще. В парке можно прокатиться на железной дороге. Ну чё, как? Круто, погнали со мной! Дверь открывай, выходи! Данилка, понравилось? Да! Здорово? Да! Не испугался? Джип-рай! Место, где можно покататься на джипах! В Блинбурге есть сказочный лабиринт. Из него не так-то просто выбраться. Их
Кон-тики, полет на бревне. Это веревочный парк. Экипировку свою покажи. Все, вот у меня тут еще есть. Тут можно проверить свою ловкость и смелость. Давай пару слов. Это гольф. Парк есть. Удивительное кафе. К сожалению, не все аттракционы работали. Приезжайте летом. Ждет еще больше приключений!